Боб-строитель. Боб-строитель, все построим. Боб-строитель, без проблем. Скуп, Мак и Дизи, а также Роли, Лофтик и Венди всегда помогут. Вместе командой работать быстрей. Вместе с друзьями всегда веселей. Боб-строитель, все построим. Боб-строитель, без проблем. Сардинка и птичка, Трэвис и Спот играют все вместе круглый год. Боб-строитель, все построим. Боб-строитель, без проблем. Мак застрял. Автор сценария Крис Тренгов. Ну что у нас сегодня, Венди? Так, давай посмотрим. Так, итак, Боб, Скуп и Мак. Починка в туннеле Литлтаун. Да, точно. Там нужно поставить новые кирпичи в туннеле. Пока вы будете работать в туннеле, электричество выключим. Так что вам понадобится генератор, чтобы выключить аварийные лампочки. О, конечно, безопасность прежде всего. Да, и Лофти нужен фермеру Пиклу, чтобы убрать стволы деревьев. Ого, хорошо, тогда нам пора приступить. Ладно, команда, давайте отправимся в путь. Все построим. Без проблем. Угу. Думаю, да. Итак, Скуп, давай сверимся с планом работ. Мак, отнеси пока кирпичи в середину туннеля. Да нет проблем, Боб. О, нет. Что такое? Мэй, ну, здесь так страшно. Поскорее исправь это. Как только генератор заработает, у нас появится электричество, а значит, мы сможем включить свет. Ему нужно зажечь всего пару лампочек. Думаю, он справится. Что значит, думаю, он справится? Привет. Привет, Трэвис. Что мне делать? Мне нужно, чтобы ты загрузил эти стволы в мой трейлер, а я затем отвезу их в сарай. Нет проблем. Наконец-то покой и тишина. Что это? Сардинка, что здесь происходит? Ты не можешь сидеть весь день дома и смотреть телевизор. Идем. Мак-трусишка, Мак-трусишка. Вовсе нет. Всем пока. Привет, Сардинка! Что такое? По-моему, Сардинка хочет поиграть. Тогда все на борт! Поехали, Сардинка! Давай проведаем Лофти! До скорого, Рули! Увидимся позже, Дизи! Перестань, Мак. Не так уж тут и темно. Вовсе не так и темно. Присматривай за генератором, хорошо, Скуп? Пора приняться за работу. Ладно. Пора выбираться отсюда. О, нет. Тут что-то не так. Нет. Боже мой. Похоже, у нас проблема, Мак. Нет. Только не это. Включите свет. Быстро. Привет, Лофти. Ой-ой-ой.
Мы просто хотели проведать, как ты тут. О, привет. Руки-грюки. Боб, как думаешь, с Ваком все будет в порядке? Конечно, да. Погоди, Скуп. Не хочешь ли ты мне сказать, что маг боится темноты? Не смешно. Это совсем не смешно. Не смешно. Эй, маг, как ты тут? Привет, Боб. Слушай, мы уже сделали всю работу. Давай, выходи. Нет, я не могу. Не глупи, конечно, ты можешь. Смотри, у меня есть фонарик. Иди за мной. Я не могу. Здесь так темно. Очень. О, понятно. Что, Боб, где маг? Маг застрял, ты прав, он боится темноты. Нет, а Лофти как раз боится высоты. Замечательно. У меня есть идея. Согласись, здесь гораздо лучше, чем сидеть дома, да? Лофти! Лофти, нужна твоя помощь. Конечно. А зачем? Расскажем по дороге. Поезжай за мной. Вот так дела. Что скажешь, сардинка? Сардинка? Дам-ди-да, дудам-ди-да, ду-ду-да-дим-да. Что? Да? Где? Кто здесь? А-а-а. Мак, это я, Лофти. Что случилось? Здесь темно? Да, я знаю. Я не люблю темноту. Так, Мак, я понял. Это то же самое, как у меня боязнь высоты. Ты не переживай, Мак. Каждый чего-то боится. Каждый? Конечно. Пойдем, Мак. Просто следуй за мной. Я не могу. Что? Конечно, ты можешь. Только двигайся медленно и держись поближе ко мне. Я не могу, Лофти. Слишком темно. Ну как? Мак в самом деле напуган. Он по-настоящему застрял. Прости, Боб. Сардинка. Кис-кис-кис-кис-кис-кис. Ты ведь не знаешь, где может быть сардинка, да, Роли? Ну, я полагаю, что знаю. И? По-моему, она отправилась повидать Лофти. Спасибо, Роли. Может, каждому из нас стоит попытаться поговорить с ней? Я уже пробовал. Не сработало. Может, получится заставить его выйти оттуда? Не думаю, что это хорошая идея, Скуп. Надо же, я думал, что ты там застрял надолго. Я тоже так думал. Бог, там привидение. Ужасно воющее привидение. Правда? А что было потом? После этого жуткого воя? Потом был звук звенящих цепей. Класс, 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 класс. А потом эти ужасные звуки шагов. Шах, 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 шах. А потом стало очень холодно. И я понял, что это привидение. О, представляю, что ты испугался. Ну, в общем, я поспешил оттуда выбраться. Режиссер Сара Болл. Фильм озвучен по заказу ЗАО «Первый канал. Всемирная сеть».